Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас. На утро 17 апреля в Чувашии 138 случаев заражения коронавирусом. Плюс 12 за сутки. Два пациента выздоровели, один умер. Вчера обсерватор на базе санатория «Лесная сказка» Чебоксарского района покинули 27 человек. Все они находились там под наблюдением врачей, так как контактировали с зараженными COVID-19. Карантин длился 14 дней. В итоге анализы показали отрицательный результат. Сейчас в обсерваторе «Лесная сказка» остаются 32 человека. Планируется, что они должны разъехаться по домам уже в эту субботу. А прямо сейчас в Доме правительства республики начинается заседание оперативного штаба по коронавирусу. Там работает наша съемочная группа. И сейчас мы можем подключиться, чтобы узнать последние новости. Еще не началось, оперштаб только начинает свою работу. Подробнее о том, какие вопросы и меры обсуждались, мы обязательно расскажем в ближайших выпусках программы «Республика». Ну а пока перейдем к другим новостям. Для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19, в регионе Врю главы Чувашии Олег Николаев своим указом закрыл для посещения религиозные объекты всех конфессий и кладбища. О закрытом режиме богослужения на Пасху сообщил протоиерей Михаил Павлов. Дорогие братья и сестры, нужно помнить, цитируя другие слова, нужно помнить и об этом важном слове, которые были сказаны самим Господом. «Не искушай Господа Бога твоего». В этот праздник Пасхи, конечно, с великой болью и владыка, митрополит, и мы, священнослужители, вынуждены сказать о том, что храмы на день Пасхи не будут открыты для общего доступа людей. Это означает о том, что богослужения будут совершаться. Мы, священнослужители, как и врачи, будем исполнять свой долг и будем верны своей священнической клятве до конца. Будем служить. Будем молиться Богу за своих прихожан, за паству, будем молиться о том, чтобы вот это вот моровое поветрие наконец прекратилось. Напоминаем, пасхальное богослужение в Покровско-Татьянинском соборе Чебоксар можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения Чувашии. А прямо сейчас мы увидели, что Олег Николаев вошел на заседание оперативного штаба по коронавирусу. Ему слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Начинаем очередное заседание оперативного штаба по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской республики. Мы с вами все являемся свидетелями того, что ситуация пока развивается по пути нарастания количества инфицированных. Естественно, это и нами в Чувашской республике, и на уровне Российской Федерации прогнозировало, что будет примерно такой сценарий. И, конечно же, мы с вами предпринимали ряд мер на обеспечение защиты и здоровья граждан. Надо отметить, эта работа, она не прекращена и на сегодняшний день осуществляется целенаправленно в соответствии с намеченными сроками. Это, прежде всего, подготовка медицинских учреждений на случай, если и будет дальнейшее развитие событий по сценарию увеличения количества заболевающих и обеспечение защитными средствами районного направления. Это также обеспечение средствами дезинфекции и обработки всех учреждений, в том числе и муниципалитетов. Надо сказать, что все наши службы обеспечивают незамедлительную реакцию на возникающие факты возникновения новых случаев заболевания. И вот все, что было сказано мною, конечно же, дает определенный эффект. Но, к сожалению, надо констатировать и то, что имеются факты полного пренебрежения мерами безопасности. Огорчает, что таким образом поступают те люди, которые находятся в зоне риска. Огорчает то, что таким образом поступают отдельные нерадивые, я даже не знаю, как их назвать, предприниматели или дельцы, прежде всего в части незаконных пассажирских перевозок. И вот эти все моменты, они, конечно же, подвигают к опасности распространения инфекции, с одной стороны. Но самое главное, вот надо, я прежде всего обращаюсь к тем людям, хочу сказать, что вот вы, уважаемые наши, я не знаю, товарищи, наверное, все-таки,
вы подвергаете к опасности не только себя, но и, значит, ваших близких. И призываю всех к сознательному, неукоснительному соблюдению всех необходимых мер безопасности, которые предписаны нашими службами, Роспотребнадзором и иными организациями, которые обеспечивают соответствующую безопасность. Надо отметить еще один факт. На сегодняшний день более 200 наших земляков еще остаются за границей. Это более чем в 40 странах. Наша рабочая группа поддерживает контакт практически со всеми, возможно, до кого-то еще не дошли, но в принципе, в целом охвачены все соответствующим вниманием. И мы стараемся предпринимать все меры поддержки и иные формы содействия для того, чтобы обеспечить возврат этих людей на родину. В частности, вчера семья Сичкар из Новочебоксарска в составе 4 человек прилетела из Бангкока в Казань. Это нам удалось обеспечить за счет конструктивного взаимодействия, прежде всего, с Голиковой Татьяной Алексеевной и Минихановым Рустамом Нургалиевичем, который также любезно согласился не только, скажем, принять их в городе Казани, но и разместить их в обсерваторе на время, которое необходимо для прохождения инкубационного периода. В связи с этим, конечно же, слова благодарности и Татьяне Алексеевне, и Рустаму Нургалиевичу за вот такое конструктивное содействие. Ну и говоря слова благодарности, конечно же, не могу обойти врачей, специалистов Роспотребнадзора, сотрудников МВД, ГИБДД, Росгвардии, которые ежедневно обеспечивают выполнение необходимых регламентных мероприятий по обеспечению здоровья и благополучия граждан, ну и, конечно же, реализацию в жизнь принятых нами с вами решений. Ну и, конечно же, это волонтеры, число которых, хочу отметить еще раз, изо дня в день растет, и здесь, надо сказать, растет количество как добровольцев, которые лично участвуют в процессе помощи людям, так и тех, которые жертвуют различные материальные активы. Это и деньги, и приборы, и куличи пошли сейчас уже, и много-много другое. Это, конечно же, заряжает, я бы так сказал, наверное, все-таки лично меня и членов команды на то, что мы не одни, и вот эти трудности, конечно же, вот от такого явления становится проходить легче. В ходе обсуждения вопросов сегодняшнего повестки дня мы с вами рассмотрим текущую ситуацию. Подробнее о заседании оперативного штаба по коронавирусу мы расскажем в ближайших выпусках программы «Республика», а пока к другим новостям. Режим дезинфекции в Чебоксарах введен с 30 марта. В городе в связи с пандемией обрабатывают остановки, подземные переходы и улицы. В Чебоксарах 402 остановочных павильона. Обработке дезинфекторами подвергаются и все 8 подземных переходов. Бригады рабочих в защитных костюмах ежедневно распыляют специальные смеси, задействованы и поливальные машины. Дезинфекцию проводим, получается, по всем основным центральным и магистральным улицам города. Работаем в круглосуточном варианте. Конечно же, при дожде и при снегопаде мы эти работы, они, в принципе, малоэффективны, и мы, в принципе, эти работы не проводили. У нас на эти цели выделены, получается, 3 единицы спецтехники полевой мойки, которые и днем, и ночью проводим дезинфекцию. Параллельно этого у нас организованы также 3 бригады по проведению дезинфекции, получается, подземных переходов нашего города и остановочных павильонов. Улицы такие вот, допустим, остановочные павильоны, там, где вот больничные комплексы, вокзальные части, центральные улицы. Вот сейчас, на сегодняшний день, по крайней мере, мы уже максимально сконцентрированы на возле храмов и монастырей города. 30 марта хочу отметить, что мы уже с этого периода израсходовали более 700 кубов дезинфицированного средства. Это чистый концентрат. Уходит порядка 43 литров концентрата. О национальных проектах доступно и наглядно. В Чувашии запустили портал, на котором собрана вся информация о том, что уже сделано в рамках национальных проектов и что еще планируется. На сайте есть все от целей и нормативных документов до инфографики. На интерактивных картах отмечены все объекты, построенные или отремонтированные в рамках национальных проектов. В Чувашии один из национальных проектов, региональных у нас проектов, больше 40.
специально называю точную цифру для того, чтобы поняли этот масштаб и поняли объем, насколько этой информации нужно было аккумулировать. Тем более есть у нас объекты уже как бы завершенные, объекты, которые находятся в работе, объекты, которые в планах. То есть это вот все нужно было систематизировать. Для создания сайта провели онлайн-хакатон. Программисты со всей России участвовали в соревновании и предлагали свои идеи по разработке информационной платформы. Теперь любой пользователь может найти полную информацию о национальных проектах и их реализации. Портал доступен по адресу np.cap.ru. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 16:00. До встречи!